Привет, друзья! Сегодня Международный женский день, 8 марта. И мне очень хотелось бы в этот день пожелать всем девушкам и женщинам всего самого наилучшего. Но что самое необходимое для женщин, для девушек? Мне кажется, это любить и быть любимой. И поэтому я бы хотел вам прочитать одно стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, потому что ничто так не передает чувства и эмоции, как искусство. «Зачем я ею очарован? Зачем расстаться должен с ней, когда б не я был избалован цыганской жизнью моей? Она глядит на вас так нежно, она лепечет так небрежно, она так тонко весела, ее глаза так полны чувством, вечер она с таким искусством из-под накрытого стола мне свою ножку подала». Желаю вам всего-всего самого наилучшего!